Он не только профессионал, это Куба. Дженнепарк, это по-настоящему круто. Здравствуйте, партнеры, G-Network. Я Лариса Самарская, Санкт-Петербург. Я приветствую вас с замечательного места, Доминикана. Здесь мы собрались всей своей командой, всей своей компанией. Ребята, когда вы начинаете сдуваться и не знаете, что делать, всегда присоединяйтесь вот к таким мероприятиям. Оно воодушевляет, дает задор. Вы первые узнаете источник всех новостей для того, чтобы вы стали успешными, богатые, цветущие, жизнерадостные и, главное, свободные. Я с благодарностью отношусь ко всем мероприятиям, которые создает наш совет директоров. И очень бы хотелось, чтобы вы приняли решение на следующий год присоединиться. И нас уже летело не одним самолетом, а несколько самолетов. Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Эльдар Гараев, я являюсь партнером компании G-Network. И я нахожусь сейчас в Доминикане. Это Карибские острова, центральная часть Америки. Именно здесь мы собирались советом директоров. Именно здесь мы узнали ту информацию, которая реально сделает всех нас богатыми. И те, кто присоединится к нам, потому что имеете ключи и имеете ту информацию, и воплотив ее, человек сможет себе создать будущее. Будущее финансовой независимости и географическую независимость. Поэтому, дорогие друзья, то, что вы увидите в ближайшие дни в интернете, я очень прошу вас, отнеситесь это серьезно и ответственно. Спасибо. Дорогие партнеры, друзья, приветствую вас из этого замечательного места Доминиканы. Сегодня здесь мы получили такую информацию, я даже не могу набрать слов, вот чтобы все выразить. Столько новостей. А давайте в понедельник узнаем все эти новости вместе, обсудим. И уже решим, как нам дальше жить и что делать. Здравствуйте, друзья, с вами Юрченко Олег. Ехать на мероприятие компании нужно как минимум по трем причинам. Первое, вы вдохновляетесь. Второе, вы находите какие-то идеи, которые есть у большинства партнеров, которые те успешно применяют. И третье, вы знакомитесь с руководством, у вас укрепляется вера. И всегда стоит вопрос, как найти деньги. Если их мало на такую поездку, где взять эти 2-3 тысячи? Друзья, это инвестиция в ваш бизнес. Старайтесь искать, потому что вот из этих трех вещей всегда складывается успех. Счастливо, надеюсь увидеть вас в следующей поездке. Счастливо! Добрый день, дорогие друзья! Я Юлия Вельхова, и сейчас я нахожусь в Доминиканской Республике. Я на ежегодных каникулах с компанией G-Network. И только что у нас закончилась встреча с советом директоров, на которой мы узнали новости, которые просто взорвут наш бизнес. Ребята, каких путешествиях нужно быть? Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Олег Заика. Я передаю вам привет солнечной Доминиканской Республики, где мы находимся на корпоративных каникулах с компанией G-Network вместе с партнерами. Дорогие друзья, совет директоров сделал нам шикарный подарок в том отношении, что каждый из нас теперь является акционером компании Jump Technologies. И я вас приглашаю в понедельник на телемост с компанией, с участием совета директоров, чтобы вы больше узнали. И самую главную мысль, которую я хочу вам сказать, это то, что компания G-Network уникальна тем обстоятельствам, что здесь вы никогда не потеряете деньги. Сейчас директора наши сделали нам подарок, промоушен вообще задним числом, за то, что мы уже сделали. Вот такого я ни в одной компании не то что не видел, не слышал. Очень вкусно, очень здорово. Всем до свидания, привет. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Елена Гирь, я с вами сейчас общаюсь из райского уголка на планете Земля, это Доминикана, это пальмы, это солнце, это песок, это волны чудесного океана, это все вместе вызывает такие эмоции непередаваемые. Очень жаль, что нет вас рядом с нами, потому что это действительно замечательный подарок, который сделала нам компания. Вы не представляете, насколько это здорово вместе со всеми из разных уголков Земли встретиться друзьям и, общаясь, наслаждаться этим отдыхом.
отдыхом. И меня переполняют эмоции еще и потому, что сегодня мы узнали такие новости, от которых, я думаю, никогда никто не откажется воспользоваться ими, потому что каждый из вас, все вы можете сегодня стать совладельцами компании G-Network, партнерами которой мы все являемся. И самое главное, что никогда не упускайте такую возможность быть каждый раз вместе с компанией на таком замечательном отдыхе. Я вам желаю успехов и обязательно в понедельник эти новости узнать. Вы не представляете, что с вами будет. Это возможность стать очень богатым и осуществить все свои мечты. Удачи вам! Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь в раю, в Доминиканской Республике. Вы посмотрите, это чудо! Ведь ты тоже можешь быть здесь. Я простой пенсионер, мне 65 лет. Я не мечтала, что я попаду сюда, но компания G-Network дает шанс быть в любой стране каждому человеку, зарабатывать большие деньги, делая простые вещи, дает простые инструменты для зарабатывания денег. Каждый может стать миллионером. Я жду на следующий год тебя вместе со мной. Всем успехов! Здравствуйте, друзья! Я очень рада, что нахожусь здесь, в Доминикане, в этой сказочной стране, в центральной части Америки. Сбылась моя мечта. Я в окружении своих самых-самых близких друзей, партнеров компании G-Network. Прекрасная погода, ласковый океан, великолепные пальмы, цветы, радостные лица моих друзей просто переполняют мое сердце. Но особенный кайф мы получили сейчас от нашей презентации, которую провели нам наши директора и оповестили нас о самых сногсшибательных новостях. Все это нас вдохновляет и заставляет работать с новыми силами и с новыми впечатлениями. Пока-пока, с вами на связи была Галина Здоровцова. Добрый день, дорогие друзья. Я Валентина Хмара с Украины. Сейчас я нахожусь в сказочном, в райском уголке. Это страна Доминикана, Южная Америка. Вы знаете, насколько прекрасно чувствуешь себя. И хочется добавить, как говорят, и пенсионеры, и студенты могут тоже жить. Почему? Потому что эту сказку мы делаем себе сами. В этом мне очень помогает моя любимая компания G-Network. Я уже второй раз посещаю великолепные страны. В прошлом году была в Сингапуре, в этом году в Доминикане. Имею возможность делать себе дополнительный заработок к пенсии. И все это правда, все это исполняется, и я это все имею. Я очень рада, что своими мечтами, своими желаниями я могу это делать для себя. До встречи в следующих странах. Здравствуйте, я Любовь Харченко, город Таганрог. Вы знаете, в какой-то момент я хотела продать свою путевку. И я благодарна тому человеку, который ее не купил. Я очень рада, что я попала в Доминиканскую Республику. Замечательный отдых, наверное, лучше не бывает. И вот если говорят, что рай на земле есть, то это, наверное, тут. Но еще очень меня поразила конференция Совета директоров. То, что нам предлагают, это очень замечательно. И после этого совета, после этой презентации появляется уверенность в завтрашнем дне этой компании в том, что мы на самом деле станем богатыми людьми. И единственный момент – это то, что, наверное, мало работаем. И я советую всем пересмотреть свое отношение к этой компании. Здравствуйте, дорогие партнеры! Приветствую вас из солнечной, теплой, сказочной Доминиканы. Я Людмила Строчкова. Проживаю в Канаде. Сейчас с удовольствием отдыхаю вместе с моими партнерами. И очень счастлива всех увидеть и получить информацию, которая не дает нам вторую ночь спать. Потому что новости, которыми администрация просто ошарашила, ну, не дают закрыть глаза. Да? Такие возможности открываются перед нами. Вы узнаете все эти новости. Мы приедем, расскажем вам в своих командах всю эту информацию. Но, друзья,
мы акционеры, мы видим реальные шаги по пути к нашим миллионам. Мы будем знать, что с этими миллионами делать. Мы уже сегодня начинаем жить вот такой прекрасной жизнью, потому что многие люди за всю свою жизнь первый раз сюда приехали, понимаете? Вот увидеть все это, великолепную обстановку, вот эту красивую зелень, мощнейший океан. Мы с радостью общаемся друг с другом. Мы обсуждаем новости, и мы ждем вас к нам. Мы ждем вас в наших рядах. До встречи. Всем добрый день. Уже, конечно, там, где я живу, сейчас полночь. Здесь солнечный день. Всем привет из сказочной страны Доминиканы. Мечты сбываются. Я сейчас нахожусь здесь под таким шикарным впечатлением. Очень рада. Мало того, что я нахожусь в таком райском уголке, но больше всего эмоции переполняют от того, что мы сегодня были на встрече с директорами, получили шикарнейшие новости. И сейчас я знаю, что каждый человек нашей команды, нашей компании будет с деньгами, с большими деньгами. Потому что компания подготовила нам не просто доходы, она беспокоилась о каждом партнере, она подготовила каждому сверхдоходы. Наша задача только взять их, и давайте будем действовать. В наших руках, ну, просто вот возможности неописуемые. Используйте и становитесь богатыми. Желаю всем успеха. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Ольга Бутикова, и я передаю вам привет из райского острова Доминикана. И это все, этот рай благодаря компании G-Network. В прошлом году с компанией мы были в Сингапуре, и я очень мечтала, чтобы в такие райские места, в такой шикарный отдых, я ехала не одна, а со своей дочерью, с Катериной. И моя мечта сбылась. Вот моя дочь Катерина, и благодаря компании G-Network сбываются самые невероятные мечты. И я хочу сказать огромную благодарность, низкий поклон нашей администрации за такие невероятные путешествия, за такие невероятные новости, которые мы услышали на последней конференции. Присоединяйтесь в нашу команду, мы будем очень рады видеть вас вместе с нами в таких замечательных местах. Спасибо! Доминикана – это рай на земле. Здесь нахожусь я со своей мамой. Я очень рада, что здесь. И мне очень приятно здесь находиться, потому что это невероятно красиво. Здесь океан, пальмы. Ну, неописуемая красота. Я очень благодарна компании G-Network и своей маме. Спасибо. До встречи. До встречи. Добрый день, друзья. Огромный солнечный привет вам из Доминиканы. Меня зовут Виталий Степанов, я из Тольятти. Я хотел бы передать привет всем партнерам компании G-Network, в особенности группам Димитровграда, Ульяновска, Сызрани. Сегодня была конференция с советом директоров, и те новости, которые мы услышали, они просто ошеломительные. Теперь в нашей компании все партнеры, которые когда-либо работали в компании, кто-то более или менее активно, все партнеры будут акционерами компании GEM Technologies. И это, сами понимаете, акции стоимостью $3000. Поэтому поздравляю всех с этими отличными новостями. Удачи! Привет, друзья! Мы находимся сейчас в Доминикане. Я иду сейчас по нашему отелю Punta Cana. Замечательное место. Очень жарко, пальмы, цветы. Видели колибри. Ну, одним словом, мне здесь очень-очень-очень нравится. И самое интересное, что неожиданно в этом месте мы получили огромные подарки от компании, от нашей компании G-Network, от нашей администрации. И на самом деле, не ожидая вот такого подъема, мы его получили просто в 10 раз больше, чем на это даже, может, кто-то рассчитывал. А то, что мы сейчас все партнеры компании G-Network стали акционерами, это очень дорогого стоит, потому что все те люди, которые даже ушли в какое-то время в тень или перестали с нами работать по каким-то своим причинам, сейчас у них никаких причин нету, чтобы не присоединиться к нам. А наоборот, вот с таким большим багажом подарков мы теперь сделаем еще больше. И самое главное, мы изменим свою жизнь кардинально к лучшему и будем очень богатыми людьми.
Меня зовут Зинаевская Лариса, я из города Харьков. И несколько лет тому назад я приняла решение быть на каждом мероприятии компании G-Network, так как я являюсь лидером. Я выбрала лидерскую позицию. И именно это сегодня привело меня на замечательный остров, на остров Гаити, в Доминиканскую Республику, где в октябре 2014 года компания проводит международную конференцию. Сюда съехались лучшие лидеры компаний со всего мира, с разных стран. И это очень великолепно, очень замечательно, что мы можем одновременно узнавать первыми новости компании G-Network, плюс зарядиться замечательной природой, которая здесь вокруг. Пальмы, океаны, пляж золотистый. Это вообще невероятно. Передать словами, конечно, все эмоции очень сложно. Вам нужно просто здесь быть. Я желаю вам принимать только правильные решения, которые вас будут приводить к миллионам, к деньгам, о которых вы мечтаете, к своим мечтам. И все возможно для вас станет с компанией G-Network. Приглашаю вас в клуб миллионеров. Это то, что мы узнали на нашей конференции. Клуб миллионеров G-Network приведет любого человека к его мечте, как это сделала я. Спасибо.